каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Журналист телекомпании «Новый век» стала лауреатом 12-го межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь-Про». Среди победителей ТУВУ представила Чинчи Кашпукол серию работ о сдаче новых многоквартирных домов в республике и расселении из ветхого жилого фонда. Она одержала победу среди журналистов электронных средств массовой информации в номинации «Свой дом», посвященной развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири. Конечно, хочу сказать спасибо своему коллективу. Все-таки видеосюжет – это работа в команде, это, хочу сказать, оператору своему и видеомонтажеру, ну и своей редакции тоже. Спасибо большое. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 23 октября в Новосибирске. Награды лучшим журналистам Сибири вручили полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также руководители компаний, партнеров проекта и ведущих средств массовой информации регионов округа. Всего в этом году в проекте приняли участие 563 журналистские работы из всех 12 регионов округа, но только 33 из них отмечены высокой наградой по разным номинациям. Журналисты-победители конкурса на протяжении всей прошлой недели приняли участие в масштабном пресс-туре по современным объектам экономики Новосибирской области и Алтайского края. Напомним, главный межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь-Про» проводится с 2006 года. В минувшие выходные в Доме народного творчества состоялось торжественное собрание в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Праздничная дата отмечается во второе воскресенье октября. Но в Туве по традиции чествование тружеников агропромышленного комплекса проходит после завершения уборочной кампании. На торжественном собрании за достижение высоких показателей в производстве, переработке и реализации продукции были вручены дипломы и бронзовые медали межрегионального конкурса Минсельхоза России представителям кооперативов «Сиземский» и «Аржан». Кроме того, в честь профессионального праздника некоторые представители сельскохозяйственной отрасли республики были удостоены благодарности Министерства сельского хозяйства России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. Также в профессиональный праздник почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы награждены более 50 работников и ветеранов отрасли. Помимо этого, на торжественном собрании обсуждались и вопросы по реализации будущих проектов. Так, на следующий год планируется ввести в проект по развитию табунного коневодства 2А. В Туве завершается завоз топлива в рамках губернаторского проекта «Социальный уголь». Последними в эти дни уголь получают семьи Тандынского района. В целом участниками 2017 года стали 718 многодетных семей со всей республики. 36 семей, живущих в труднодоступных таежных поселениях Тоджинского и Терехольского районов, получили около 5 кубометров дров каждая. Абсолютное большинство участников получили чуть более 2 тонн угля. Общий объем бесплатного угля составляет около 1500 тонн. Тем временем, как информирует Министерство топлива и энергетики Тувы, отпускная цена 1 тонны каменного угля населению составляет 2495 рублей 7 копеек в ООО «Тувинская горнорудная компания» и 2000 рублей в ТПК, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 8 копеек, евро 67 рублей 53 копейки. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так мощный и компактный пылесос Samsung всего за 583 рубля в месяц. РБТ.ру. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года первая и последняя распродажа в магазине «Братишки Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72.
27 октября дан старт региональному приоритетному проекту «Успешный ученик», который является продолжением проекта «Успешный выпускник». Проект направлен на повышение качества образования, успеваемости обучающихся, поступления в Кызылское президентское кадетское училище, а также повышение количества поступления в вузы страны выпускников 11 классов. Основными участниками проекта определены руководители образовательных организаций, учащиеся 4, 9 и 11 классов. Для муниципальных управляющих Министерством информатизации и связи проведено обучение по работе системы автоматизации «Битрикс-24». Восьмого октября в Доме народного творчества прошел республиканский конкурс «Три аккорда» среди вокально-инструментальных ансамблей республики, в котором приняли участие 10 ансамблей из разных уголков Тувы. По положению конкурса музыкальные коллективы представили на сцене по композиции. В номинацию «Туву мою таежную я восхваляю» песню о Туве, где обязательно должен быть солирующий национальный инструмент. «Сюрлюк турлюк тува эрлер» – песню, возвышающую мужской дух. «Золотые хиты» – песню на выбор, где ансамбль должен был не только петь, но и танцевать. Призовой фонд конкурса при поддержке Министерства культуры республики был внушительным. Это музыкальные инструменты и денежные премии. По итогам конкурса 10 номинантов были награждены денежными премиями. Сильнейшими были признаны 4 вокально-инструментальных ансамбля. Лауреат третьей степени ВИА Ыянгы Чахольский район – приз ритм-гитара. Лауреат второй степени ВИА Сульде Кахемский район – приз бас-гитара. Лауреат первой степени ВИА Курай Эрзинского района – приз синтезатор и сертификат на организацию гастролей по республике Тыва. Гран-при конкурса завоевал ВИА Сынтанды-Эде Тандынского района. Приз – ударная установка и сертификат на использование концертного зала Дома народного творчества на безвозмездной основе. В рамках программы создания условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, по всей республике идут капитальные ремонты спортивных залов. На сегодняшний день заключено 12 контрактов на проведение ремонтных работ. Из 12 школ по всей республике 8 ремонтные работы уже завершены. Также с 27 октября учащиеся средней общеобразовательной школы села Сукпак Кызылского района занимаются в обновленном спортивном зале. Новые спортзалы представляют собой новые пластиковые окна, напольные покрытия, также туалетные комнаты и душевые кабинки. Кроме того, все спортивные залы оборудованы современным спортивным инвентарем. Ремонтные работы подходят к завершению в школе села Балгазын Тандынского района, села Тустак Авюрского района, села Нарын Эрзинского района и в Хандергейской школе-интернат. Спонсор выпуска прогноза погоды «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Продлевать срок займа можно бесконечно. «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 12. Ночью местами порывы до 13-18 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков, ночью минус 6, минус 8 градусов, днем минус 1, плюс 1. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ирадане пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром минус 6 градусов, днем минус 2. На Полке пасмурно, снег, дует ветер. Температура воздуха утром 0 градусов, днем плюс 3. В Танзыбее пасмурно, снег. Температура утром 0 градусов, днем плюс 3. По всей трассе проезд удовлетворительный.